Ребят, всем привет! Всем привет! Выбрались с Димоном первый раз на водохранилище, на открытие. Сегодня порыбачить. Открытие, да. Не на моторке, а на байдарке, потому что день у нас чуть-чуть испортился, можно сказать, с утра. Поэтому приплыли мы вечером. Планы, да, уже вечер, около 6 часов, поэтому показываем вам. Димон, значит, покажи байдарки, я сейчас быстро прокомментирую. Ну что так, тут у нас? Вот твоя байдарка. Моя байдарка, да. Просто все как обычно. Весло, снасти, правильно? Да. Снасти. Замок солид. Да, я буду ловить на солид, правильно? Да. Как обычно я ловлю, я буду рыбачить на солид. Тест у меня будет от 2 до 10, Zemex Solid. Димон будет ловить на Mitsui, да? Да. На спектр. Да. Сразу Димону чебурашку, короче, поставили 3 грамма. Да. Вот, Димон говорит, я хочу на 3 начинать, ну, будем пробовать. И причем все-таки она красного цвета, вот она выше. Да, джиголовочка, да. У тебя красного цвета вот такая. Ну, по приманкам мы позже все расскажем, короче. Димон набрал свой пирожков в байдарку, наложил так дикое количество, да. Что у нас? Впереди вот якоря, и сиденье вот вставленное. Сейчас мы берем и спускаем на воду, смотрите, сколько мусора уже нанесло. С мусором боремся всегда, ребят, но, к сожалению, его очень много, все выбрасывают. Просто прям, честно говоря, на глазах, и это очень обидно. Где-то сейчас воду вот тут спустимся. Да давай, вот тут нормально, да, нормально. Тут скользко, надо осторожно, но тут сойдем. Пошли, твою принесем. Пойдем. И тут сойдем в воду. Ты все хаваешь? Ну да. Так, Димон себе затарил. Короче, булочек, он лежат, пирожули. Да, он на синей байдарке, я на зеленой. Всегда я на зеленой, ребят, плаваю. Если там с друзьями, с отцом, ну с кем-то. В общем, вторая байдарка, так сказать, для всех, вот, а моя уже зеленая. Ну, есть такое, да, Димон, знаешь, хочется вот, ну, мое, да, вот, да, когда одна так. Байдарки на Steam Trial, в том году мы часто плавали нормально, да? Никаких, хорошо, ничего было. Не пропускает, да, никаких приколов, вот, в бой воду, короче. Все, погнали. Давай, кидай, красава, есть, на водице. Короче, мы оба с Димычем на воде. Воу. Давай, надо двери отходить, тут волна прибивает. Неудобно. Погнали, братан. Погнали. Ой, иду на таран. Первый выход на воду. Все, пошли. Погнали. Пошли. По-нормальному. О, жесть. Короче, плывешь на байдарке. Красота, да, Димыч? Да. Вообще жесть, вода теплая. Хочется купаться. Брызги летят на тебя приятные. В общем, просто круто. Идем быстро, потому что байдарка идет очень легко. И не надо даже усилий никаких прилагать. Он волны глотает. Крутяк, короче. Так, приманки, ребят. У Димона... Димон, серьезно? Такая, ты хочешь, да, на это ловить? Мне она больше всего сейчас нравится. На красную и на оранжевую? Да. Ну ты даешь. У меня, короче, стандартная чебураха свинцовая. И что-то вот такое, как всегда, ребят, зеленое. Что, погнали? Болотное. Ты первый заброс? Да, проверяем. Ну давай. Сон, как обычно. Сделал, короче, заброс. А так, пару подерганий кончиком. Пауза. И именно вот на такой проводке он берет сейчас окушок. На падении, где-то в толще. Можно даже потихоньку вести... Постоянно его в проводку, блин. Неплохо, есть, смотри, неплохо клюнул, Димон. Ударчик такой неплохой. О, смотри. Нормальное окунидло, да? В траве, видишь, весь стоит. Вот. В траве его надо ловить вот такой вот. Красопут, да? Продолжаем. Что, ребят, короче, цвет мой работает. Димон погорячился, да? С оранжевым. Надо более болотное. Что-то покидал, говорит, толку нет. Буду менять на натуралку, да? Покажи, что ты хочешь цеплять. Что-то такое, кто это, гусеница, да, какая-то? Какая-то, да. Нормально, думаю, должно. На ту сторону плывем, дамбы. 1,5 километра, да, на ту сторону идем. Думаю, там окунь должен стоять. Не так далеко, как кажется. Буквально 15 минут, и мы будем там. Даже против ветра. На бай... Да, на ту сторону серьезно плывем. Сейчас быстро дойдем. Димон, как ощущение бороться со стихией? Нормально. Нормально, давай. Всплески идут, блин. И в байдарке вода, и везде. Оба! На! Вот так вот.
Ух ты, волнища тут, на. Отлично, блин. Гребем. Братан, красава, давай, пошел. Да пора мне. Опа. Давай. Ну что, бой начинается. Вот такая приманка, 2 грамма. Салат. Салатовый цвет Димон взял. У тебя какая чебурашка? Я? Да. Свинец у тебя? Да. Да? На свинец дубасишь? Вот я сейчас поставил салатовую чебурашку. У Димона обычный свинец. Что-то салатовая чебурашка его как настораживает больше, друзья. Что-то у меня пару раз стыкнуло вот. Надо ставить либо сейчас темно-зеленую, либо красную, либо, блин, обычный свинец. Есть. Это не так его и настораживает. Оба, трещит, тарахтит. Красавчик. Как прикольно смотрится с салатовым этим, Димон. Салатовая чебурашка и окушок. Малыш. Да, мы сейчас тебе снимем. О, плыви, дружбан. Оба, иди сюда, милый друг. Иди сюда. На дальнем выбросе под камышом. Вот ты где спрятался, окушок. Вот такой ты мелкий, да? Так ты клюнул. Да ну не такой мелкий. Иди сюда. Оба-на. Вот ты красавчик. Нашу приманочку скушал. Ё-моё. Тихо. Во. Тихо. Вот. Вот ты какой. Братан, я нашел, где он стоит. Вот там справа стоит окунь. Хорош. С травой, походу, идет. Что это у меня такое, Димон? Окунь и трава. Уже окуня нет. Уже одна трава. Ему чисто повезло. Вот гад такой. Сейчас еще. Да, плыви ко мне, вот там на выбросе он, по-моему, поклевывает, понял? Сейчас проверим. Уже второй. Есть. Хорош. Да, Димон, он там стоит весь, иди сюда. Ух ты, как идет-то неплохо. И за траву цепляется. Хорош. Хорош окушочек. Иди сюда, малыш. О, какой, Димон. Горбыль. Иди сюда. Оба. Димон, не толкай меня. Не разверни меня, братуха, а то там клюет. Два подряд уже неплохих взяло. Да? Ну да, там травка такая. Вот он как я раз за травкой стоит. Есть. Иди сюда. Ого. Красава. На, вот берешь вот так, Димон, смотри. Прямо на выбросе, вот так ровно на машину туда, на тот берег. На, снимай. Есть окунь. Красава, иди сюда. Иди сюда, дружок. Иди сюда. Очередной красавчик, Димон. Очередной красавчик. А ветер пошел и клев пошел, братан. Не выбрасывай. Ты ж собираешь окуней? Я терпеть. На таранку говорил? Ну, да. Так лови его! Димон, я тебе отвечаю, пошел ветер, смотри, под лодкой прям. На, снимай окушка. Плыву. Давай не уплывай, давай еще половим. Смотри, какой красавчик, а. Реально, начал дзюрить просто так. Братан, еще немножко можно половить. Бери окушка. Оба. Хорош.
Димон, ну шо? Ну ничего, более-менее еще клев так себе. Три с плюсом. По ветру как раз нас и спасло то, что окунь начал клевать. Так чебоялся он штиля, да, или что? Проплыли дофига. Очень много. Дофига, туда-сюда, обратно, да? Да. Руки болят? Или нашли окуня, да, болят. Ну есть такая хрень, немного, да? Немного колышет даже. Да, да, теперь ты приедешь домой, тебя будет на диване вот так шатать будет. Так сказать, вестибулярочка. Ну ничего, ребят, да. У меня в руках весла, поэтому мы идем складываться. Простой душевный видосик. Пока, друзья.